все. Аденбау. Снова здрасте, теперь поставьте, заехал в очередной объект. Сегодня у меня такие белые дверки, не знаю, что за дверки, но скорее всего эконом, бау-центр или Леруа покупались, наверное. Коробки деревянные, но две штуки кривущие, как клюшки. И они тоненькие, и даже в четверти у них плоскости нету вообще. У некоторых, то есть вот здесь нету плоскости, они как бы круглые, загнутые куда-то. Фурнитура сегодня у меня Аденбау, и магнитные замки, и петли, и защелки, фиксаторы. Дверки, две со стеклом, две в санузел, еще будет портал, и вроде как большой портал будет. Обязательно, если вы купили двери белого цвета, распакуйте, проверьте все на совпадение цвета, на брак. Отделочники опять наколхозили, стык сделали внутри. Здесь нету, здесь в санузле тоже так. Подозреваю, что вот такой порталчик надо будет ставить, еще точно не знаю. Знаю, что два портала. Может быть, вот этот, или входную, я не знаю. Жду заказчика. Вчера мне ключи привезли на другой объект, и я сам сюда приехал. Проемы, конечно, жесть. Покраски на стенах нет, прям нет. Сообщил, что один добор желтого цвета, что нужно поменять. Он позвонил заказчику, заказчик позвонил в магазин. В магазине сказали, привозите, поменяем. Заказчик живет в Мурманске. Он говорит, я не могу приехать. Приедьте и сами поменяйте. Магазин говорит, нет, мы не ездим, ничего не меняем. Привозите добор, заберете другой. Вот такая фигня. Ну вот, почему нельзя сразу так сделать, а? Приехал отделочник вчера, переделал, стык пола сделал правильно. Почему сразу так нельзя сделать? Я не знаю. Теперь можно ставить двери. Очистил откосы от штукатурных соплей. Вот сколько мусора. Вот теперь точно можно ставить двери. Откосы чистые, штукатурка вся сбита, почищена, подметена, пропылесосена. Теперь можно ставить двери. Все, погнали. Отличники для большого портала. Их 4 штуки боковые. Вот 3 штуки. Ну, практически одинаково начинается. Четвертый, вот он, на сантиметр здесь короче. Смотрим. А здесь он аж на 3 сантиметра короче. Остальные 3 штуки нормальные. Новые двери. В общем, этот наличник я торцану с двух сторон. И он всего лишь выше, чем портал. Блин, вверху на портале пеной будет до хрена. Вот, собрал. Как я его буду сейчас поднимать и выставлять, я даже не представляю, что меня ожидает. Удалось мне поднять и поставить портал. Вот сверху какое зазорище. Там верхний наличник буквально 2 мм всего лишь наверх ложится. Не знаю, видно, не видно, там вот отметки есть. Самое сложное, это то, что доборы, они круглые, овальные вернее. И пришлось в середину ставить клинер, расклинивать, вытаскивать сюда. То есть вот куча малярки, поэтому и сделано, что малярка даже толком не держит, отрывается. Ну, насколько мог, сделал ровными. В принципе, так не видно. Правило прикладываю, более-менее нормально. Там зазор меньше миллиметра всего лишь. Просто если больше сделать идеально ровно, то он просто отрывает отсюда малярку.
Вы думаете, на этом приключения закончились? Как бы не так. Заказчики забыли купить доборы в санузле. Наличники купили, а доборы забыли.